Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, должна была появиться в верхнем правом углу. Ну а спонсоры канала все видео из этой партии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Хорошая нормада. А, линкоры! Понятно все. Да, мне, короче, нефть не завезло, поэтому. Я готов обменяться на уголь. Не меняйся с ним. Ладно, хорошо, без. Ну вы понимаете, что если Михаил меня захватит, то это хрень будет полная. Ну, то есть, если он. На сильно это и рассчитано. Никто не хочет ему мешать. Я заступлюсь, если он продолжит дальше захватывать тебя. Но он следующим ходом захватит мою столицу. Просто да, вот сразу. Господи, чем он захватывает там? Что линкоры, линкоры, армады линкоров. А у тебя что, не линкоры, что ли, еще до сих пор? Янсан, у меня нету нефти. У меня нету нефти. Янсан пал, потому что я подвел железку. И у меня просто 4 отряда конников просто разнесли его. Лёша. Даже ну, через стены. Почему-то в игре почему-то недооценивают железную дорогу. Нет, Лёха, а стены-то как они пали? Там, наверное, не было стен. Нет, там стен не было. Лёша, ты будешь соглашаться? На что? Уголь на у меня ход закончился. Я не знаю, как. Ну, вот следующим ходом. Мистер Ди вылетел. Я имею в виду следующим ходом. Потому что мне тоже не нравится вариант, если тебя захватят полностью. Пойди, я готов. Объявляйте войну, будет движуха. Нет, с тобой я воевать не хочу тоже. Мне просто не хочется, чтобы ты его быстро захватил. Я вылетел или рассинхрон? А кто хочет объявить войну Риму и дать мне военный союз? Ой, у меня уже с ним война, я могу тебе дать военный союз. О, давай. Но я хочу уголь за это. Блин, ну уголь мне нужен. Мне же надо питать чем-то свои броненосцы. Не, я, конечно, сейчас захвачу Индонезию. Тебя мог Янсан отбить, наверное. Я ее захвачусь. Почему арбалетчик сносит линкору четверть хп? Я не понимаю. Арбалетчик, линкору четверть хп? Да, это интересный вопрос. У него сильно вера в императора. Так, мне надо в линкору теперь идти. Я думаю, если захватываешь столицу, она не отваливается по лояльности. Ну что за фигня? А у тебя аэродромы есть, Лёша? Да. Есть. Забирал как-то. У меня просто алюминий появился, я могу тебе немного поскидывать. Давай. Шумер, я тебе предложение кину. Угу. Сейчас начнут капать. Этот, как его, Лёша, тебе что-то надо?
Мне надо, чтобы вы воевали с Римом. Я Рим не вижу вообще, где находится. Я даже не знаю, где ты находишься. А кто войну Риму объявил, как вы говорите, в войне, чтобы военный союз нет, получить? Нет, я с ним в войне, потому что он был в союзе. Да, с Атлантой, блин. И я объявил ей войну. Найс, nice, блин. Класс предложения принимаете в шестую цифру. Просто разрыв мозга. Думаю, Маури 11 из 20 дипломатической политики. Так, на всякий случай. Монгол, предложение. Сейчас, секунду. Монгол, еще предложение. Слушай, он мне достался очень дорого, и у меня он не накапливается, так что это мой стратегический запас, я не могу согласиться. Окей. Хотя, если только вот так... Сейчас, секунду. Нет, 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 не соглашусь. Интонези, сколько у тебя городов осталось? Ну, здесь, где ты, по идее, один. Еще и заныканный. Ладно, я тогда оставлю твой кусок на этого, на монгола. Монгол. А что могу? Не-не, захвати Тубан. А, на море, не? Да, он на море. Тогда ладно. Ну вот он чуть выше этого Маджапахита. Я понял сейчас. Надо потом Банджер Масин завернуть. Я по лояльности не успел его взять. Чё, кто-нибудь в ракетостроение вышел, не? Жду. Посмотрите, как он. Угу.
Блин, почему он еще 69 на защите? Ну что за прикол? Но я с него не буду отстреливаться, просто захват. Может мне его просто отдать? Не, так нельзя. У меня сейчас была реальность, маджахит, маджапахит отвалится через три. А нет, уже через 17. Я тут русскую долину могу строить. А, вот эти река, я думаю. Да. Надо было сюда пересаживать, ладно. Из Чучхона сюда пересажу. Че, Лёша, как успехи? Ну, он мои основные города захватит. Тут не мне помогать надо, а войну ему объявлять. Но я его просто даже не знаю, где он находится. Это сейчас Австрал говорит? Да, я не знаю, где ты находишься. Вот всей своей армадой и линкоров можно вот так же плыть. Просто плыви налево, и да, и ты сможешь захватить даже пару городов Рима. Справа. Тебе от города Индонезии до города Рима примерно 10 клеток влево. Ну ладно, я сейчас вторую пачку отправлю к нему. Давай, я жду. Ну, ты попробуй же удивить меня. Ку-ку, ты не переживай. Я удивлю. Только мне сейчас Батубан захватить. Вот. Да, блин, у него 60. Надо столеварение, наверное, открыть, чтобы стены появились сначала. Потом уже в линкоры выйти. А ты же у Индонезии какой-то город уничтожил? Или так, а вы мне нефть на линкоры дадите, ребят? Дадим. Да, сейчас скину еще. Там вообще-то уголь требуется. Уголь? А, значит уголь. Точно, мне тут уголь требуется. Мне уголь нужен. К примеру, Махачкала захватил из-за угля только. Если бы в древности захватил Махачкалу, сейчас бы и не пух. Ну, у меня есть уголь 12 заход, я получаю. Могу подписать. Ой. Это больно. Какое управление тут, просто каждый раз. Шумер продлеваем? Да. Надо сохранять юниты, чтобы... Так, хорошо, у кого есть уголь вообще? А, ну, маури, монголы. Норм. Передать уголь? Сколько тебе надо? Много или как? Подожди, я еще не открыл. Линкоры? Ну, надо будет много, да. Я тебе скинул, вон, нормально. Забираю Индонезию.
Я вот Индонезию сейчас заберу, и у меня угля будет еще больше. Вот тубан стоит прямо на углу. А нет, соврал, на алюминии он стоит. Осуждаешь, я не понял. Индонезия когда-то была моим союзником. Нет, если ты хочешь войны, я не против. Я что, сейчас это даже на моей памяти за эти два года ни разу не а сейчас они просто стали. Типа просто если у тебя города на воде, ты молись. Внезапно. Ты же не будешь обстреливать, ничего. Я не могу ход закончить, мне не дает, если я не стрелю. Не могу нажать на стрелочку. Shift Enter. О, спасибо. Чё ты раньше не сказал? Я вот потерял хп. Я думал, все давно в курсе. Нет, ну да, должны быть. А я не понял, у тебя еще один что ли город есть? Потому что у тебя два кампуса рядом стоят. Пересаживаем наших губеров. Римский бомбардировщик. Так, Виктор. Да, Виктор, пускай тут сидит. Видишь город сверху? Вижу. Оплывай пол. Чё, мне его оплывать надо, да? Да, весь этот аппендикс тебе надо. Не, ну я могу выйти и будет за него компьютер играть. Ну нет, тогда ты хотя бы перед выходом мне эти города отдай, а этот пусть останется. Нет, вот никаких это... передач городов. Понял. А даже если во время... Вообще ни в каких... Вообще их никаких... Ну, ты передавать города только можешь, если, например, ты захватил города Индонезии,
А индонезиец согласен на мир, только если ты их ему отдашь. То есть тебя, только если передавать те города, которые ты захватил у него. Понял, хорошо. Монгол, прими, пожалуйста. Рим, ты же сейчас потеряешь все свои линкоры. А почему он потеряет все линкоры? Потому что у меня 89 броненосец бьет 74 его линкор. Ну и уран тоже сейчас изучим. Не понимаю, я захватил рядом города со столицей Индонезии, но она почему-то все равно по лояльности отваливает. Убили шмиона. У тебя столько линкора возле Джило. Рим, там какое-то предложение было, я случайно... О, Шумер, я сейчас это предложение прямую я просто забыл. Да-да, ты просто смотри на твои 4 линкора возле Джилонга. А не, это защита, это защита. А где у нас авианосцы? Вот они. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, не долетает немного. Починил салон. Точнее. Мистер Ди, у меня через 4 хода заканчивается союз с Нидерландами. Ты будешь со мной дерибанить? Ну я не помню, сколько у меня еще до конца дружбы, поэтому пока не. Просто не хочу сказать. Сам начинать, чтобы потом эти ядерку получить. Слышь, Донези, через сколько ходов в твой город по лояльности упадет? Через 11. Ладно, нормально. Я не буду туда плыть, мне лень. Хочешь Виктора посажу? Маури, не, а ты там с Римом воюешь, нет? О, я вообще-то защищаю твои города, два в проливе стою. Здорово. Может, там тогда военный союз следующим сделать? Я бы видел, тогда я мог бы самолетами помогать, а только я нихера не вижу просто сейчас. 4 хода у нас до конца союза. Хорошо, что мне урана завезло. Хорошо, что мы не соседи. Плохо, что тебе уран завезло. Монгол, ты там небось космопорты будешь сейчас строить, да? Почему? Ну, у тебя просто там этот, на ракетостроение инженер. Ну, я бы переживал больше на Шумера, потому что у него был ученый на +4 с лабораторией. А
как бы вот это вот больше шанс, что успеешь выйти быстрее туда, в нужные технологии. Там был университет. Ну, университет, это не важно. Что еще раз? Я говорю, он в Ладоши строит у себя этот космопорт, я уже вижу. Или это Русская долина, я чуть не понял. Русская долина. Месте? Я у себя не строю. Не-не, Русскую долину я вижу, вижу. Я подумал, это космопорт. Стоунхендж что-то не построен. Воткну его, пожалуйста. Самое время. Я тебе не рекомендую, потому что следующим ходом я его строю. Блин, у меня 3 хода. Черт. Самое время основать. Я просто захватил город Мали, и там был Стоунхендж, 5 ходов. Я говорю, ну, чё нет? О, с австралийцей сделал кругосветку и встретился с целым флотом. А почему не могу? Ого. А почему? Я же серьезно. Зона контроля. Так я же не зря стрелял этот венецианский арсенал. А третий самолет у меня где? А, тут снизу. Зря я к границам подхожу, потому что их мои юниты видно. Так лучше, да. Три хода до апгрейда. А ты когда проплывал, ты там не видел у монгола города на воде? А то он мне тут предъявы кидает. Не, монгола я еще даже не встретил. Ну, как встретил, как державу, но и не нашел его земли. Жалко. Ладно, сейчас ядерки все решат. Мне кажется, он или снизу, или над Римом где-то прячется. Он же, помнишь, говорил, что в степях будет сидеть. Не, ну вот он, этот Макасар, вот видишь город, который вот сейчас справа. Вот он сидит левее от Макасара. Это его границы, я помню. Я, блин, мистера Ди боюсь, он в ядерки вышел. Как, точнее, в уран. Это ну, уже... у меня тоже немного урана. Но не так много, как у мистера Ди. Что-то затопило? А, мне Рим... Слушай, что-то я приплыл к этому проливу Маури и не вижу там ни твоей армии, ни Рима. Так он ушел. Так плыви дальше. Лечится. У меня лечится, он его очень сильно покоцал. Сейчас там еще плывет армия. Но он сейчас скванжу твой с самолетами атакует.
так там, походу, не алюминиевые, а нефтяные самолеты. Если вы спросите, зачем я ремонтирую университет, он же его разграбит. Он за разграбление самолетами ничего не получает. А я все-таки науку какую-то буду получать. Ну и может он пропустит, что там отремонтировано, знаете. Что? Сколько ходов осталось? Слава ходов 8. Эх. На самом деле быстрее было его путь и захватить. Да не, я поплыву дальше лучше. Я хочу проверить, где этот Рим. И хочу посмотреть, где Корея. Корею уже Рим захватил. Меня ты уже не найдешь, я думаю, пока Рим не вынесешь. То есть я сейчас живу в городах Зулуса и... Мали. Понаехали тут. Ну. Еще и Голландия тебе войну объявила. Голландия войну? Ну, это значит, что кто-то ему заплатил. Потому что компьютер сам по себе не может войну объявить. Признавайтесь, кто компу заплатил? За объявление войны. Это, конечно, не я, но... Чё, сильно большие проблемы? Нет. Точно не платил, я честный. Я компу вообще не видел смысла платить. Я планирую нападение на Нидерланды, поэтому тоже. Ну как это нет смысла? Если он объявил войну и ввел войска, тогда есть смысл. Но он же не вел их. Ну я ж не вижу. Как бы логика в этом есть, присутствует. Согласен. Будрин хитрый этот Чингисхан. Города на воде вообще не стоит. Пробуй сюда перебросить, да, вот самолет. Настолько хитрый, что аж сколько там, 100 ходов назад видел этого. Че, Чингисхан, мы будем дружить или как? А, или как это, что ты подразумеваешь? Ну, либо мы дружим, либо ты рано или поздно на меня нападешь, и я не буду этого. Мне уже, если что, уран открыт. Австралиец, предложение. Ну, у нас все равно сейчас осуждение длится, так что вряд ли что-то получится. Ну, я имею в виду, вот подожду, пока осуждение закончится. И... Вот. У тебя будет ход. Ну, да, сейчас дружим. Ну, как друг друга не трогаем. Ну да, меня вполне устраивает.
Но австралиец уже вырвался по науке неплохо вперед. Только давайте начнем с того, что это еще при том, что я не захватил эту Индонезию. Это просто лаборатории построил. Но тем не менее, ты опережаешь мне на сотню и на 60, мистер. Так ты же недавно тоже был со мной в одном отделе. Ребята, тут лидер Рим. Рим отстает всего на 30 науки от Австралии, но при этом у него 230 культуры. То есть Австралия по культуре даже не рядом. Ну да, я два раза отстаю. Ну а что культура? Открываем победа по культуре и 11. Это не победа. Причем тут победа по культуре? Не победа, он по социальным политикам очень круто валит. И? Так. Но у него развитие. Турист? Нет. То есть он карточки, да, лучше ставят, но чтобы выиграть по культуре, нужно... Бля, туристы. Не успел перебросить. А больше трындеть во время хода. Если посмотреть общее по культуре... Туризмом вход 190, мистер. Причем тут туризм, супергерл? Причем тут туризм? Социальные политики он открывает, он лучше развитие у него идет. Социальные политики дают ему карточки, у него дает, больше дает эти... Боже... Правительство, в которое он быстрее выйдет, чем все остальные. И он больше будет получать бонусов. Он не будет побеждать туризмом. Улучшение на клетках, ну, блядь, которые выберись, броненосец. Вот ему производящие мощности, они все в этих в технологиях, а не в социальных. То, что нужно в социальных, уже давно открыто. Как бы после там третьего правительства это уже практически ни на чего не влияет, ни на что. Опа, Рим. А, это потому что твои границы, лол. Ну так извини, пожалуйста, я же не знал. Ты пришел сюда с миром или с вами? Да, я вообще типа просто проплывал мимо, я вообще с этого смотрел границы. Мимо проплывал, с линкорами, бац, ядерку скинул. У меня нет ядерок даже. Какая... А, ну, ладно. В общем, с какой целью сюда пошел? Я с целью исследования. Термия прям, да? Просто плыву и смотрю. Ну, у меня вся армада на всякий случай плывет. Ну, тогда мир заключен, я как бы тебя трогать не буду. Хорошо. Шумер, сделка. Скажем так, твоя армада около моей столицы, она очень сильно напрягает. Чё, сильно напрягает? Да, конечно. Тут подводные лодки у меня уже 3 штучки подогнали. Передумал. А, ну ладно, окей. Слышь, Шумер, давай сейчас союз заключим, научный. И еще вдобавок к этому, если вдруг я у тебя уран... Блин, меня забрали 3 моих основных города, все равно нифига не успеваю походить. Че за фигня? Ну, на союз соглашусь, но уран не уверен. Так я же уран не на тебя буду кидать. Он ровно на 20 ходов отсрочишь. Нет, какой на 20 ходов, он мне не нужен. Меня волнует Рим, он лидер. Этот прав, Лёша. Ой, да неужели лидер? Ну да. Почти просто... все ровно идут, вон. У тебя 340.
купе. Я говорю, все. Тут же еще купы 295 культуры. Ну начинайся ход, подожди. Господи. Не стрелил меня. Я нашел ранг, так что можешь не переживать. Я союз тебе кинул, если что. Можешь не переживать, я нашел уран. Я тебе кинул союз, так что чтобы ты не боялся. Мистер Ди, я начну брать верхние города Нидерланда. Фу. Поэтому можешь сказать, какие у тебя пожелания, что ты. Да бери, пока у меня дружба с ним все равно. Так, я тебя понял. Да, без ядерок тут никак, сори. Народ, киньте, кто угля, кому не жалко. Лёш, прими сделку. Рим. А человек, игравший за Леонору, ушел уже из игры, да? Да. Да, очень давно уже. Кинул Лёш. Индонезия, сколько тебе там лояльности осталось? Лёш кинул союз. Блин, ну включи линзу, посмотри. Ну чё я если... О! О! Во! Тебе уголь ещё надо? Боже, бедняга Маури, в каких-то условиях, я вообще, я вот, на самом деле, в этой игре, вот тут, конечно, мистер Ди крут, потому что у него города в таких каких-то условиях жопных, но у него, тем не менее, он как-то тут вылазит. Живет. Да. Мне вот эти твои города напоминают в Anno 1800 карту, зимнюю карту, вот. Вот ты примерно сейчас, вот, особенно твоя столица, тут это вот все. Ты как, тебе бы Россию бы выпало. Реально, какая-то вообще жопа полная. Ну, я приплыл сюда случайно. Ну, хотя я прям в двух клетках от этого появился, где у меня столица. А полководец на юниты союзника работает? Нет. Не уверен, скорее всего, нет. А жаль. Слышь, Чингисхан, что тут стоит рядом с моей границей? Чего? Твоя пушка, артиллерия, что с моей границей рядом стоит? Ну, она там стоит уже ходов, не знаю, 70, наверное. Ладно. Сколько вот она встала за границами еще не до... Корея борется за свои исконные земли. Чхучхон наш. Второй 20 ходов где-то, не? Да ёп! Чего еще раз? Осуждение длится... Да ну что? Ну вот что вот сейчас происходит? Да. Почему я не могу обстрелять эту херь?
Убивай его юниты, убивай, пусть они дохнут. Они все умрут, Михаил, все умрут. Ты послал своих воинов на верную смерть. Все сдохли, Михаил. Михаил, как же так? Ядерка прилетела? Нет. Это ядерка по имени Маури. Пиу, пиу. Смотри, сдох твой линкор полностью. Армада линкоров умерла в страшных корчах. Сколько тебе это удовольствие доставляет, я смотрю. Некоторые люди видят мир в огне. Да, да. Ну, понимаешь, Чучхон наш. То есть вот Михаил захватил три исконно моих города. Это три вот города сердца корейской государственности. Единственные города с одним этим холмом, где мог этот Савон поставить. И вот он их захватил. Я так рад, что мы можем их забрать обратно. И корейцы в этих городах такие: вау! Такие: иди в жопу, Михаил. Ну, по-корейски, конечно. Ну, хорошее уточнение. Надо, кстати, посмотреть, как на латыни будет. Наверное, Михаил уже обучил их латыни, судя по всему. Сколько там уже лет они в рабстве римском. Просто сладка месть. Вернемся в 2D. Меня, кстати, спрашивали, сейчас почему... Сейчас Леша захватит этот Рим и станет лидером партии. Нет, я Рим уже никак не захвачу тут. Блин, я уже хочу запустить спутник, чтобы увидеть, где что находит. Ага, значит, космопорт есть. А какой? У меня еще космопорта нет. Мне до космопорта еще как до этого. Ракетостроение уже исследовано. Исследовано, но давайте начнем с того, что у меня нет производства. Мне строить их очень долго. Ну, главное начать. Ну да, ну, мне осталось вот, например, 12 ходов построить. Понимаете, 12 ходов вот. В Канберре у тебя очень хорошо с производством. 86 это вообще фигня. Не, Михаил, конечно, линкорами классно приплыл, я ничего не говорю. А я сейчас к нему приплыл, и мне его бомбардировщики или истребители отпинали. Надо было союз заключать. Так, Супергерл, а ты там дипломатии случаем нет? Нет. Нет. Голландия со мной будет, конечно, странная фигня. Корейская реконкиста. Самое интересное, что если я заберу свои города обратно, я даже не думаю, что я тут проигрываю. Может быть, я даже вернусь в партию. Блин, урона, конечно, насыпали не густо. Слушай, вот этим вот не удивишь. Вот если бы ты сказал, что
железа всего лишь 3 на карте, вот тогда бы да, я бы сильно удивился. У тебя урана дофигища, у тебя вот что тут, у тебя Синар, ты поставил город на уране. Ой, Сипар. Какой Синар, где Синар? Синар и Сипар, точнее, ты поставил, вот там у тебя урана, я вижу. Ты сейчас точно с монголом разговариваешь? Нет, ой, не извини, монгол, я про шумера говорю. А, что ты говорил? Я прослышал. А, там затопится кленка. Грустно. Поэтому я и сказал, что не смогу дать тебе то, что накоплю, это будет мой... Он протестантизм распространяет, а моя религия — иудаизм. Да ты бедняк. Подождите, или моя религия протестантизм? Нет, иудаизм. Есть. Короче, этого апостола надо убирать. Ну, у меня запасик есть, я смогу предсмертный фейерверк устроить. Да, ну у меня уже есть место, где я буду отступать, если вдруг. Но я не хотел бы с тобой воевать, мне это нафиг. Рим, Михаил, как насчет отдать 2 моих города и помириться? Пока 999. Ну, почему Рим по-немецки разговаривает, да? Готы захватили Рим. Готы, да. Притворяются римлянами. Римлянами. Вот это нормально, что я 5 шпионов отправилось, и 5 шпионов сдохли. При вероятности 50%. Маури, предложение. Тут у меня ворует технология, не помню. Это, конечно, не я, но хочу заметить, что не технология, а ускорение. Ну, я про это имел в виду. Так. Не долетает. Так, значит, самолетики надо сюда перевалить. О! Кстати, а под космическими проектами подразумевается постройка космопорта или это не? Нет, это не проект, это район. Блин, я сюда практически убитый самолет переправил. Пусан нафиг надо было ставить. Надо веру попробовать на великих людей каких-нибудь. А, нет. Не хватает. Уран открою. А я тут отстаю явно. Вот. Слышим, Генезий, ты же... Рим, конечно. Я делал 100.
Рим, вот видите, он начал отставать. Теперь уже Маури, я считаю, лидер. Поселенцев ты делал? Да и австралиец неплох. Я тебе говорил, у меня есть еще города, я сижу, играю. То, что ты захватил... Понимаете, когда вы нападаете на человека и не можете его вынести, то это проблема. Вы не получаете бонус от его городов в шестой циве. Но тебе от этого не должно быть. Пока они вам не перейдут полностью, то есть либо вы не вынесете человека, либо он сами мир не заключит, вы не получаете бонус от городов. Ну, печально. Я носит открою. Что случилось? Я что-то ходить не могу. Да, вроде все нормально. Не знаю. А, вот начал ходить. Да, морская плотина тут. Затапливает меня. Эх. Вот, голландец высадился, зашибись. Все я фрегаты апнул в линкоры. Да, вроде все. Ну, смотрите, вот как... В каком говне родился Маури и как он развился в итоге. Куча городов стоит. Ну, просто вот в таком месте это, конечно... Ну, не родился, чем сюда приплыл. Вот тут он поставил столицу. Вот его столица. Захватил это Нанариву. Вот это Нгасгаргаму захватил. Вот эти города он поставил. Ереван захватил. А нет, Кохи это его город. Кахокия, но... Места все равно, все места... Мрак. О, Бордо получила независимость, а как это... Подожди, а как? Тут же никого нету вокруг. Там эти приехали музыканты, что ли? Не-не, у меня там мало влияния, плюс я в тем... Я, получается, захватил его город, и он отвалился. А-а-а.
Ну что, мистер Ди? Да, да, все, я здесь, можно отжимать. Центр города линкор просто ваншотнул. Зашибись. Мировая война в разгаре. Сейчас моторам отвалится, постремится. Твоя мечта сбылась. Да, Дизик мне еще ждать, пока она захватится. Я-то думал, это у тебя последний город, поэтому мне уже пофиг. Не, у меня тут рок-фестиваль устраивает. Две армады подлодок справа от Кёнджу, видишь, мистер Ди? Вижу. Сейчас разберемся с ними. Слышишь, Шумер, ты чё этот зенит строишь? Ты чё, меня боишь? А ты чё такой серьезный? Не, ну серьёзно, он, я смотрю, тут зенитки строит, боится, похуй. Ну, знаешь, как говорится. Я тебе сказал, слабый мир. Кого убило? Умный человек готовится к войне в мирное время. Броненосец. Смотри, типа, я сейчас настрою на всякий случай защиту. Атаковать я тебя не собираюсь. Я тебе хочу по КД Союза. Потому что ты отлично расположен для нас. Звучит как я тебе это сейчас покупаю, но это тебе на день рождения. Я его просто успокаиваю. Ну и плюс Рима все-таки тоже надо бояться. Если Рим захватит меня, то тут уже победа будет. Как бы меня бояться не стоит, потому что я сейчас воюю. Других надо бояться. Я голосую за Ди, чтобы потерял тречку, а не дипломатической победы. Поддержи. И можно уменьшить Риму. Ну да, он помогает Лёше отбиваться от захватчика. Хотя лучше бы тоже мистер Ади. А почему мистер Ади? Там у Шумера больше всего. Культуры. Туризм. Нет, мы сейчас поговорим про что? Про... Претензии. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!